ever told. I represent the greatest story ever told. I represent on the MIC. The greatest story ever told. I represent. Кирилл, ну расскажи всем нам, в том числе и мне, все-таки от и до, да, техника выполнения жима лежа в твоем случае. Ну, техника жима лежа в пауэрлифтинге, это как бы ни казалось само упражнение простым, она довольно-таки сложная. Включается огромное количество мышц, то есть если хотите жать много, то есть это начиная от ног, то есть надо работать с ногами, упираться. Я лично еще включаю широчайший трицепс, у нас передний пучок. И широчайший? Даже широчайший. Ага. Но это надо уметь. То есть ну, сначала давай подробнее. Вот ты ложишься на скамью, первое, что ты делаешь? Да, максимально прогнуться, максимальный прогиб. Мозг, да. Прогиб ты делаешь для того, чтобы сократить амплитуду, сократить, да? Да, сократить амплитуду для себя. Потом подбираю лопаточки под себя. То есть свожу лопатки вместе? Да, тоже, тоже опять сокращается амплитуда. Сокращается амплитуда, ну и проще жать так. Меньше амплитуда. Ну и более устойчиво, да? Более устойчиво, меньше вероятность травм. Потому что чем меньше мышц у нас растягивается, тем безопаснее. Ага. А извини, отвлекусь, травмы у тебя плечевые были или нет? У меня их тьма. Тьма, да? Да. И тем не менее 317 килограмм. Да. Ладненько, дальше пошли. Ноги максимально упираются в пол, как будто хочешь пол просто проломить. Свел лопаточки, то есть получается три точки опоры, это ноги, таз и лопатки. Ну, таз надо стремиться так, чтобы он практически, ну, грубо говоря, только касался. Не давился, да. А касался, не давился, да. Это чисто вот для правил, да, чтобы да, он да, не да, отрывался? Да, да. Так в основном вот у тебя лопатки и ноги, да? Да, лопатки, ноги, все. Ага. Так, хват, что касается хвата? Хват для каждого индивидуален, то есть у нас у всех разные рычаги. То есть, ну, всем я советую под себя хват выбирать. Чтобы было удобно. Да, чтобы... А сама, как бы, хват ты... Только так, закрытым, только закрытым хватом. Закрытым. И при жиме максимально сдавливать штангу. То есть, как будто хочешь ее раздавить. Это интересный момент. Потому что, если будет максимально расхлябленная кисть, ну, может и штанга выпасть, и подвернуться. Ага. И травма, травма. Так, красиво. Так, Кирилл, ну и следующий вопрос к тебе, да, потому что многие, кто делает жим лежа, необоснованно, да, так скажем, они многие делают, вот на каждой тренировке ставят там максимум, да, делают, и у них зачастую плата в росте, да, то есть они стоят там со своими там 140 килограммами, там 100 килограмм, они 2-3 года, они вообще не прогрессируют, да, ты же в свои 20 с небольшим лет жмешь 317 килограмм. Вот расскажи, за счет какой программы, за счет какой периодизации, да, вот у тебя происходит постоянный рост весов в жим-лёже. Ну, как и любой силовой вид спорта, пауэрлифтинг держится, ну, грубо говоря, на двух столпах. Это нагрузка и восстановление. То есть постоянно нагружая себя на максимум одним и тем же весом, они просто загоняют свою нервную систему, она не останавливается и постоянно на пределе. То есть это нервные срывы, упадок настроения постоянный. Травмы.
травмы, это вообще это сопутствующее детям. То есть сейчас много программ в интернете футных, но все эти программы нельзя как догмы использовать, потому что это просто клише. То есть это повод для раздумий, да, так сказать? Да, это, любая программа в интернете – это повод для раздумий. Ну, нагрузка, если, то есть, объяснять просто. Сейчас как раз и будет объяснена ошибка многих, когда начинают готовить соревнования. У всех идет в таком графике. Прибавляют, доходят до определенной точки и все. Стоят. Обвал или просто стоят, как это. Как линия у тех, кто мертвый на диаграмме сердца. Параллель. У нас идет нагрузка вот такой график, как лесенка. Немножко поднялся, вниз откатил, поднялся, вниз откатил. То есть вот этот откат немножко это дает как раз восстановление. Это, грубо говоря, это очень так образно. Ага. А так в основном... Ты считаешь, что это основной показатель прогресса в жиме лежа? Вот ступенчатая нагрузка? Да. Все. Вот это, в принципе, то, что, я думаю, важно было многим ребятам, да? Нужны объемные тренировки, то есть закладывать в себя базу. Ага. То есть нет никакой чудо-таблетки, нет никакой чудо-программы, которая бы там сделала себя в одну секунду сильным. Это пахота. То есть это... Ну вот пацаненок пашет, он пашет раз в неделю. Это мало-много, что ему делать? Раз в неделю это очень мало. Ну, для жима лежа? Для жима лежа, именно для соревновательного, именно для увеличения максимального результата пашет. Это мало. Но я думаю, для кача это нормально, в принципе, да, раз в неделю. Так. Нет, ну для него он хочет и много жать, и выглядит, ну как обычно, знаешь, мы с тобой спортсмены. А люди обычно, что они хотят? Они хотят и в весах прогрессировать, и выглядеть хорошо. Или естественно, понятно. Да. Косточки не подавиться. Тут, опять же, все индивидуально. В зависимости от стажа, в зависимости от размеров и веса спортсмена, то есть подбирается программа. Потому что, ну, две разные тренировки супертяжа и мухача. То есть это от 2 до 3-4 тренировок жимовых в неделю. И, соответственно, вот, к примеру, когда ты прогрессируешь в жиме, да, ты немножко даешь там на приседе, на тяге откат себе, чтобы не перетренироваться? Конечно, если есть цель, поставленная задача на жим, то присед и тяга, ну, идет в расход. Потому что... То есть, я думаю, это тоже один из советов, да, ребятам, которые хотят спрогрессировать именно в жиме лежа, немножко... поубавить коней, да, как говорится, в других упражнениях. Ну, их нельзя убирать ни в коем случае, но их убавлять нужно. Ага. Можно оставить объемы, то есть объемы. Так, а расскажи теперь, почему их нельзя не убирать ни в коем случае. Это основа нашего тела, то есть без сильных ног. Жмем мы не руками, а мы всем телом жмем, да. Поэтому. Мы заряжаемся как пружина, грубо говоря. То есть вся энергия тела собирается просто вот в это движение. Угу. И все. То есть, интересно. Тут... Такой вопрос, ну кто говорит, что в жиме не приседает, ну если он и правда не приседает, то есть топовые спортсмены, ну это зря. Некоторые врут. Приседания обязательно нужны, тяга тоже обязательно нужна, это общее развитие организма. Давай, Кирилл, мы все с тобой. И есть 317-500, Кирилл красавец! Поздравления! Молодец! Кирилл дошел до своего рабочего веса, сегодня это 240 килограмм, сегодня у него схема 4 по 4, то есть он будет делать с этим весом 4 подхода по 4 раза, а я буду 4 раза его страховать. И исторический момент, я такой вес еще никому не страховал, не совсем понимаю, зачем я тут, но тем не менее. Сейчас покажем. Проговоренная на деле. Сейчас Андрей будет выполнять жим в качковской технике. Разница в чем? Разводит локти,
выключая передний пучок, максимально нагружая грудь, максимально возможная амплитуда, чтобы нагрузить грудные. То есть ноги для устойчивости стоят. Раз, два, три, четыре. Кирилл, я заметил, что ты тренируешься примерно как и я. То есть ты отдыхаешь около там минуты-полторы, долго не отдыхаешь. Вот. С чем это связано? Потому что у многих есть такое: так, если у меня силовая тренировка, то отдыхаю там по 5-7 минут. Ты же это делаешь для того, чтобы не остыть, да? И это на силе как-то сказывается? Или... Опять же, все индивидуально. Ага. Чувствовать надо себя, свой организм. Если при двукратных, однократных повторах долго отдыхать, просто можно травмироваться. Угу. Сейчас горячий, ну, я за безопасность. Ага. Ну, если ты идешь там на максимум, ты дольше отдыхаешь или примерно что? Чуть-чуть, да, надо дать мышцам. То есть, ну, никогда более 5 минут между... Не остываешь никогда? Да. Ну, на приседе бывает больше. На приседе, на тяге там, да. Ага. Так, и расскажи, собственно, так как у нас много сидят ребят, которые сейчас едят, да, какую-то яичницу с рисом, вот, как питание ты свое строишь, вот, набираешь ли ты вес постоянно, удерживаешь ли ты вес, и как ты вообще вот это регулируешь? Потому что ты, если кто не знает, на данный момент ты сколько весишь? Около 170. 170 килограмм, то есть это... Рассказывай. У меня ограничений нет. У меня категория плюс 40. То есть ем сколько хочу, но сейчас стараюсь количество перегнать в качество. Угу. То есть обкатать этот вес, чтобы он был рабочий, функциональный. То есть не заинтересован больше, как бы набирает? Или... Максимум силы. Я понял. Чтобы лишнего балласта особо не было, да, ненужного, так скажем. Да, плюс, ну, у нас же, сейчас я выступаю, у нас коэффициент. То есть коэффициент веса к массе тела. Угу. Поэтому учитывая этот момент. Я понял. Брюхо лишнее таскать тоже, да? Так, а сколько раз в день ешь? Ну, у меня где-то выходит 4 раза, но таких довольно-таки очень плотных. Ну, на 170 килограмм-то, я думаю. Раз, два, три. Какой вывод сделал сейчас из рассказа Андрея предыдущего? Так же, как 2 месяца бодибилдеры делают на силовые, примерно столько же, ну, чуть-чуть побольше иногда даже. Включаем мы свои программы в межсезонье, это кач. Кач необходим, кач и статика включаем, чтобы укреплять связки. Ну и разгрузить нервную систему. Ну и все мы хотим быть большими сиськами.